Всем доброго времени. Сегодня продолжаем показ ножей от компании Zero Tolerance. И сегодня у нас модель 0801 Ti. Дизайнером данного ножа является Тодд Рексфорд. И давайте покажем, посмотрим, как он выглядит. Нож или его корпус выполнен полностью из титанового сплава. Одна из сторон имеет сквозные отверстия в количестве 5 штук, что облегчает модель и при этом придает дополнительное удобство для хвата. Помимо этого, по всему периметру имеется обработка путем фрезеровки на станке GPU и также влияет на внешний вид и на удобство хвата. Клипса аккуратная в черном цвете, с реверсом на противоположную сторону. Здесь же видим надежный замок фреймлок. На нем имеется закаленная пластина с внутренней части. Она, дескать, стянута с противоположной стороны таким вот винтом. И непосредственно контактирует с уже клинком. Клинок представлен из стали CPM S35VN, имеет отличную твердость до 60 по Rockwell, при этом за счет молибденового состава имеет неплохую вязкость и нисколько не крошится, особенно при ударных нагрузках. Клинок имеет агрессивный вид, по форме это drop point, высокие спуски, спуски прямые и сведение порядка 0,4-0,5 мм. Покажем гравировку на клинке. Rexford Design. И на обороте привычная контрастная ZT. Нож имеет в сложном состоянии плавник. По одной стороне больше по площади имеется врезучие насечки, имеется так называемый флиппер, да, его называют за счет того, что способствует молниеносному изъятию клинка из корпуса. В осевом узле шариково-подшипниковый механизм. И давайте перечислим характеристики. Общая длина ножа составляет 208 мм, клинок 89, в сложенном состоянии 119, ширина клинка 30 мм, по обуху 4, толщина рукояти 13, вес данной модели, ну, с учетом того, что она выполнена полностью из металла, составляет 160 граммов. Прекрасная модель, увесистая, надежная, агрессивная и нисколько не полочный нож, а вполне трудяга. Всем спасибо и до следующего просмотра.